Засниму, как игру, как я играю в шахматы на 6 уровне. От дификулити 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я уже его 2 раза был обыгравший. И ни разу не возвращался, ходы назад не делал. Так, он идет тут. Тут лучше всего нападать на эту спешку, как показывал анализ другой шахматной программы. Так. Теперь можно идти сюда. Вроде бы тут самый лучший ход. Освободить место вот этим двум слонам. Бить. И эта шахматная программа как бы этого коня не хочет бить, хотя по идее это самый лучший ход был бы для него, бить этого коня. Но вот тут нападает на эту коня. Я тогда бью его коня, и он в своей спешке крест сдваивает. Дальше что-то. Может, в этот раз получится его обыграть. Я Зим очень много раз играл, поэтому иногда обратные шаги ходил, поэтому вряд ли получится без обратных шагов его поиграть. Сам такой вроде бы и тупой, но все равно он зато нигде ничего не проморгает, там какую-нибудь слабинку заметит. И ей воспользуется. По-моему, бы компьютер рекомендовал тут идти. Не знаю. Вот может тут пойти и напасть на эту спешку. Либо конем защитить вот эту спешку. Тут я даже не знаю, что делать. Наверное, надо вот этого коня либо тут, либо тут, либо тут. То есть слона тут, либо тут, либо тут. Засвечивает, ничего не видно. На камере. Вот, вот так. Понять. Но я не вижу, что я делаю. Через камеру посмотреть не могу. Ну, по классике, вот тут его выводит, но это если в самом начале, теперь-то не знаю, или так надо делать. Хотя, наверное, надо вот тут его вывести. Теперь рокировка. Ничего там. Мне не придумаешь. Нет, он эту спешку дает бить. И тут как бы. А лучше бы он, наверное, сбил. Наверное, ее бить не стоит. Но не знаю. Потом зато могут проблемы возникнуть. Вообще-то вот этим слоном тут, наверное, бы стоило шаг сделать, но он может вот этим слоном защитить, и я просто разменяю слону. А, ему тогда придется королем сбить этого слона, и он тратит право на рокировку, может, это и хорошо.
с пешкой защитил. Что ж, мне только здесь отступать и остается. Если это... тут я тогда не смогу с башни выйти, и что потом его королю шаг устроить. Может быть, бы и стоило тут отступить, потому что он начнет эту спешку продвигаться, но в тупик может меня завести. Потом я тут пойду, он сбьет спешку, я тогда сбью его короля. Может вот эту спешку сбить слона, а я нападу на него слона. А может так и надо. Я бью эту пешку, он бьет слона, я потом бью слона. Если я бью эту пешку, а он не может бить, давай. Тогда я убью эту пешку. Он сбил мою пешку. У него теперь открыт доступ к королю, могу ему теперь шаг устроить. Могу башней, могу королевой. А, мне... я королевой не могу, иначе он тогда в эту спешку убьет. А, нет, не убьет. Так, шах он чем может? Он коня может защитить ним этом. Нет, там он не может. Тогда сбивает. Опять ему шаг будет. Только конем может. Он конем защищает, я тогда убегаю слоном. Ладно, иду башней, шаг ему делать. Он конем. Так, теперь мне менять надо слоном. А, его на эту спешку нападу. Тут рокировку сделал. Тогда я иду вот тут королеву и сбью его коня. Но он, наверное, башню легко защитит. А, я могу им... А, нет. А тут уже... У него все защищено. Нечему, нету слабых мест, где тут ему можно что-то навредить. Вот, пока слабый конь, то можно попробовать коня сбить. Он его защитит. Но... все-таки пошевелиться. Или может тут эти кони. А, вот я могу напасть этого коня вот этим слоном. И королева у него будет под ударом. Вот. Или на башню могу напасть. Ну, попробуем. О, защитил.
точнее. Тут подошел. Если я собью, он собьет башню, и его бью башню. Королева бьет башню. А я смогу эту спешку зато сбить, если я сбью его коня. Потому что этот конь защищает эту спешку. Я одной спешкой буду выигрыш. Поэтому мне надо сбить. Хоть и слон немножко лучше коня, но... толком так неизвестно. Ну, он вроде бы больше перекрывает этих линий. Но зато не может с черных на белый ходить. Может, мне потом удастся что-то там устроить ему опасное. Если я бью башней, тогда он сбьет мою башню. Тогда будет невыгодно, нужно слоном бить. Я сбил его. Сбил башней. Я теперь бью его вот эту пешку, либо бью башню. Если я сбью башню, надо спешку сбить, а то потом он что-то защитить не... Нет, защитить не может. Может, и башню надо сбить, чтобы она как бы... Нет, я, наверное, пешку сбью, потом королевой шах ему устрою. Не знаю. Верно, чтобы как бы проще игра была, может, и башню надо сбить. Потом... Нет, сбил спешку. Потом сбил мою башню. Видимо, его башню надо было бить. Теперь я шах не смогу строить. Левый тут подойдя, вот мне, видимо, надо было бить свою башню. Тогда мог шах устроить, а теперь не могу. Поэтому он хитро поступил. Он отошел этой башни, потому что и на эту башню была атака. Тут не могу шагом устроить, потому что этот слон мешает. А могу вот этим слоном шаг ему устроить. Пока. Это, видимо, ничего особенного не даст. Шаг пусть побегает. В угол убежал. Теперь если бы мне вот тут оказаться, то... Хотя нет, он тоже... Если тут пойти, потом тут, а он там королева. А у меня под ударом вот эта пешка, вот так башня может атаковать. Нужно ее как-то защитить. Наверное, надо один раз вперед подойти. А у меня еще под атакой вот эта пешка. Да, вот так. Нам, видимо,
это не будет мить, потому что тогда я ему смогу легко там шах, уже мат с королевой там загнать. Может и бьет. Если иду, тогда он эту спешку. Вот тут. Видимо, надо идти вперед. Посмотрим, что он сделает. Он, да, сбил эту спешку. Я как бы напасть ни на что не могу вас. Вот на этого слона могу напасть. Ладно, он потом сбьет пешкой и нападет на моего слона. Надо попробовать тут слона подойти. Или тут. И может вот тут, чтобы этот слон куда-то сбежал. То есть обменяться слонами. Он тут может опасности натворить. Хотя может и не стоит. Но если тут... Там хорошо, у него все защищено. Я-то к чему придрался. В общем, давай попробуй меняться слонами. Вот на эту спешку напал. Вот слоном и королевой. И на коня заодно напал. Королевой. Если я тут ее как-то не подкреплю, либо вперед не пойду, тогда он коня сбьет. А, я могу. Нет, я не могу. Не могу одновременно и коня защитить, и как-то эту спешку. Нет, показывает. Менянина не очень хорошая вещь. Вот, чем тут защитить? Конем не могу. Ай, могу вот конем увести коня, а он тогда башню сбьет. Да, у меня уже проигрышная ситуация. Ничего не могу сделать. А, могу королевой вот тут подойти и тогда. Вот защищу эту спешку, защищу коня, и башня будет защищена. Попробуй. Он бьет, он все равно выиграет, а если я его бью, он бьет, он спешку выиграет. Вот. И на слона, то есть на башню напал. Ладно, попробую вот так вот башню. Потом пойду тут башню, может там уже мат ему минуту. Ладно, давай тут. Там пошел. Я если вверх иду,
тут. Там ад можно легко устроить. Он, наверное, что-то придумает. Вот, я пойду тут, потом, если я от королевы пойду, туда ему маг будет. А, его тут королева уже защищает вот это поле. Ничего тут не устроим. Ладно, можно. Можно эту спешку напасть. Вот. Он шах устроил. Теперь он выиграет еще одну мою спешку. Он сбил королеву. Вот он защитил свою спешку. Любимую. У него 5 спешек, у меня 4, я одной проигрываю. Вот и я тут защитил. Тут уже у меня как бы позиция проигрыш. А тут королем, если погонять, погоняю. Тут идет, он идет тут. Я потом тут, он может тут идти. Давай короля погоняю. 5. И там залез. Я как бы ничего сделать не могу. Все, я тут уже проиграл, можно сказать. У него 3 спешки, у меня 2, у него вперед большой вырвались они. А, ну вот, может, удастся эту спешку отыграть. Он тогда мои заберет. Он уже королеву дотянет, но я не выиграю. Он не такой дурак, чтобы, например, патом, чтобы это все закончилось. Он умудрится мне мат поставить. Вот мат. Можно вернуться и попробовать еще. Вот так мратными ходами. Можно к тому месту вернуться, где я не бил его башню.
Вот. А я теперь собью его башню. И вот, собью его пешку. Он идет тут. Я теперь защищаю. Теперь вот. Теперь у меня с пешки. У него 5, у меня 6. Я теперь на одну пешку выигрываю. Ой, я могу идти тут. Ему шахами немножко погрозить. Но я ему шах делаю. Он бьет. Я могу ему 5 шах сделать. Он опять на королеву. А он опять эту свою штучку. Я этого не заметил. Ладно, я тут. Как я не заметил я, что он тут его задумал мат строить для короля. То есть тогда я по-другому. Вот пойду конем тут. Так, он не бьет короля. Он на башне прицелился. На башне, но тут он, я к нему бегаю, и ему королева под ударом. А нет, точнее, я ничего не защитил. Вот тут. Дети. А вот могу на слона напасть. Понимаете, это спешка. А не, он сбьет, я бью его. А если я иду тут, он бьет пешку. Я бью его, а он два. Ну давай. Нападу на слона. Он тоже на эту пешку вдвойне нападет. Он тогда на башню сбьет, если не слона его сбьет. Тогда я башни отхожу тут. Когда он бьет пешку, я бью. Он бьет, я бью конем. Давай так. Тогда убегает. О, я могу конем тут подойти, а потом королевой тут ему мат. Ну, а не мат, он сможет тут только подойти. Уже очень нехорошее состояние у него будет. Давай попробуем. А он... А, да, видимо, почувствовал опасность и по дурости сбил мою пешку. Что ж, я бью его слона. А, он моего коня бьет тут. Так что он пешку отыграл только. Видимо, надо пешки вперед двигать, ничего тут
хитрого не придумаешь. Он на королеву попал. Если я ему делаю шах, бьет королеву. Я бью королеву, и он бьет мою пешку. Тут не подходит. Он напал на эту пешку. Ладно, я тут сел теперь. Пока я ей теперь дальше, я ему теперь не могу сделать. Ну, вперед давай, подвину пешки. Я иду тут, он бьет, я бью. Так, попробуй. Теперь королевой нападу на эту спешку. Он на мою спешку напал. Защитил свою спешку. И продвигает свои спешки. Попробуй ему шаг делать тут под этим. Видимо, что-то придумает, конечно. Мне шаг устроил. Ладно, так. Он там пошел. Ладно. А нет, не могу. Ладно, попробую тут. Там. Тут если мне шах устраивает.
он не глуп. Так он будет бесконечно шаг устраивать, пока не подберет вот эту к этой пешке, например. Вот, теперь прицелился на эту пешку, сбить ее с ударом. Еще хуже положение. Ну, теперь зато так вечно будет мне шахи устраивать. А нет. А ему не мат, оказывается. Поэтому он так и не беспокоился. Тут защитил свою спешку. В общем, я тут проиграл. Вот так, с обратными ходами даже проиграл. Вот можно попробовать еще один раз. Ну, тут, когда я еще снимаю, так это еще дополнительно от меня энергия набирает. И вообще-то... так редко выигрываю. Всего два раза был выигрыш. И вот на рокировку не могу делать, потому что тут слоном своим шаем. Ну, королевами разменяться, так разменяться. И мешает рокировку сделать. Ну, я, может, то в ту сторону сделаю рокировку. Ладно, так упорно лезет со своей спешкой. Хочет, чтобы сбил. Так собью. Тиму вот так делай. Ладно, меняться. Я ему не пущу рокировку в ту сторону делать, хотя там уже он, наверное, не будет делать, потому что там все спешки там
Лучше надо... А, эта спешка защищена. А, ну вот шах ему устроили. Он отошел. Уже как-то попахивает ничьей. А вот могу сбить, а не все у него защищено. Вот эту спешку можно сбить. Теперь он ее защитил. Продвигать будет. Давай, хочет. Что-то ли? Ну, вот тут посмотрим, что. Тут я могу теперь прогнать эту пешку вперед. И вторую заодно. Не хочет, чтобы я королеву их погнала. Гоняю эту башню. Куда она полезет? Пошла. И теперь бы сдвоить вот эти башни. Он тоже не гонит пешку.
Ой. Тут сделал. Ну ладно. Ну так. А он бьет бас. Нет, так не пойдет. Пойду-ка я. Если он тут идет. А тут надо, наверное, тут идти. Что придется так делать? Он как обычно в плюсе останется. Пешка. Я уже один раз обратный ход делал, поэтому если вымеру, это тоже как бы не считается. А, вообще уже. Не хочет он отдавать пешки просто так. У меня тут хорошая возможность продвинуться вперед. Если я нападу на эту такую, тогда тут подойдет и ее защитит. Наверное, надо продвигать. Что такое? О, я в тупик загнан, мне ман грозит. Этот шаг не надо делать. Чуть вперед пешку. Теперь я ничего не могу сделать. Тут либо ничья, либо мат меня построит. Если я тут королем пойду, он подам вниз, потом я вверх. А может тут и удастся скрыться. А нет, я пойду тут. А, ну, давай попробуем вверх. Я тут. И тут. А, вот, я тут иду. А нет, он... О, получилось. Как говорится, его... Теперь я могу сбить пешку. И он все вперед двигает. А вот бил. Бить не может. Это идет, защищает эту пешку.
посмотрим. Тут, наверное, ничего получится. А нет, удалось бить. Если бы он подошел бы не тут, а вот тут бы. А я когда тут, потом он тут, я бью и все. Поэтому ему, у него не было шансов защитить. Теперь можно уже мат ему устроить. Отрезаю вот этот кусочек в войне. И тут так. А теперь у него вот эта песочница игровая может там ходить. Так, я иду тут. Надо только, чтобы пата не было. Осторожно. Тут. Немножко отойду. Я вниз попробую. Он вверх. Я опять немножко отойду. Теперь вот этот кусочек отрезаю. Теперь тут может, если я вот тут подойду, тогда ему будет пад. Поэтому мне надо вот тут, тогда может еще тут подойти. Давай попробуем. Теперь это так нехорошо. Надо, видимо, тут подойти, чтобы ему больше пространства. Тут. Тут, может быть. А тут он может вот там идти еще. А вот тут ему, наверное, вот. Тут он не может, тут не может. А тут он сможет идти. Значит, не мат. А, вот тут подойду, и тогда мат. Тут не может, тут не может, тут не может. Ну вот с обратными шагами. Несколько шагов сделал обратных. Congratulations, you won by checkmate. Геймплей 78 игр, и я с ними не сыграл уже, значит. Games won, играх выиграл 9. Games drawn, игры в ничью 9. Ну это на самом деле в ничью-то и выигрыши эти мои. Это сколько проиграл, так и не пишут. Выигрыши мои, я все равно там многие выиграл, когда ходил обратными шагами. И вот тут я тоже выиграл, идя обратными шагами. Что не считается, выиграл без обратных шагов всего 2 раза. Но я столько с ними игр проиграл, что, конечно, там уже каких 20. И за это время, за вчера и сегодня. Нет, ну не 20, ну да, где-то 15. 10. Поэтому, конечно, и столько
игры можно и выиграть некоторые, может на 20, даже 25. Потом он там так приблизительно одинаково ходит. Иногда там начало варьирует немножко, да, если что там я по одному шаблону, там тоже примерно по одному шаблону. Там может быть и нет других выходов лучше, поэтому он так и ходит. Наверное, надо на 7-й уровень уже переходить, чтобы на нем что-то победить. Без обратных шагов.